Сегодня предприниматели имеют большую поддержку со стороны государства. Для тех, кто желает открыть свое дело, существуют безвозмездные кредиты и государственные гранты. А те, кто умеет печь, стричь или же шить, можно не просто заниматься любимым делом, но и получать за это деньги. Яркий пример такого прибыльного хобби – бизнес Разии Галеевой. Открывая швейную мастерскую 5 лет назад, сегодня она получает заказы не только от жителей района, но и из России. Предприниматель Разия Галеева считает, что возможностей для бизнеса в нашей стране очень много. Важно только иметь желание и дело, которым любишь заниматься. К примеру, сама Разия умеет неплохо шить и решила превратить свое хобби в бизнес. Свою предпринимательскую деятельность начала еще в 2014 году. По дорожной карте бизнеса кредитовалась 3 раза. На сегодня имеет стабильное дело, которое планирует расширять. Открыла 8 рабочих мест. Занимаемся реставрацией одежды. Ремонт, пошив приданого для невест, пошив штор. Также оказываем много услуг по району, выходим на портал. Работать девушки в ателье стараются не на количество, а на качество. Потому и имеют постоянных клиентов. Заказы поступают не только с области. Были клиенты из северной и южной столицы. И даже из России. Разия старается не только принимать заказы, но и помочь с выбором ткани и дизайном. В текущем году в Хабдинском районе зарегистрировано 1260 субъектов предпринимательства. 97% из них являются активными. Реализовано 8 инвестпроектов. Открыто 33 новых рабочих места. В рамках поддержки предпринимательства на 98 проектов было выделено 742 миллиона тенге. По государственным программам, по дорожной карте бизнеса 40 миллионов, по продуктивности, по программе продуктивной занятости 411 миллионов, также по агробизнесу 240 миллионов. И также по экономике простых вещей у нас сейчас рассматривается 5 проектов, из них 3 проекта уже одобрены, профинансированы на 42 миллиона. Остальные 2 проекта у нас рассматриваются. В плане в 2020 году 10 инвестпроектов на 745 миллионов тенге. Будут созданы 35 рабочих мест. Планируется строительство 2 кемпингов, супермаркета, автомойки и теплицы. Динара Абдуалиева, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.